Шаббат шалом, братья и сестры, приветствуем всех. Сегодняшняя парашата Шаво называется Бо, Приди. И это очень интересное слово. В тексте оно пишется без Вав, Бет, Алев. И если поменять местами, у нас выходит слово Ав, Отец. И это дает нам намек на то, кому мы в первую очередь должны с вами приходить. Это к нашему Отцу Небесному. Давайте зачитаем наш текст ⁇ Исход 10 глава ⁇ с 1 по 3 стихи. ⁇ Исход 10 с 1 по 3 стихи. И сказал Господь Моисею, «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Арон пришли к фараону и сказали ему: Так говорит Господь Бог Евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Амин. Сегодняшнюю тему я назвал Начало родовых схваток. Для меня особенно это очень актуальная тема, потому что с Божьей помощью скоро появится на свет еще одна новая жизнь. И насколько символично, что рождение новой жизни сопровождается? неимоверными болями и рождение израильского народа из египта проходило через огромные потрясения земли египетской и страдания израильского народа до всех судов Божьих. В наше время рождение свыше теперь уже нашего э, народа тоже будет, как во время судов египетского народа, э, сопровождаться вот такими Болями или судами. Более того, автора наша ⁇ это Еремия 46 глава с 13 по 28 стихи, который говорит о нашествии Вавилона на Египет и на суды Божии в последние времена над народами, тогда, когда израильский народ будет, хоть и наказан, написано, но помилован и не уничтожен. В Матфея 24 глава ⁇ Наступление последнего последних времен и второго пришествия нашего Господа Ишува Мессии сравнивается с родовыми болями в греческом языке. И это подтверждает, что перед наступлением новой жизни и проявления или правления Ишуа Мессии на этой земле, наша земля пройдет серьезные боли, тяжелые времена и очищение, как очищается организм женщины перед родами. Но я хочу ободрить не только израильский народ сегодня, но и всех уверовавших в Мессию из других народов. И, друзья, спасение израильского народа, оно приведет Мессию обратно на эту землю. Это сказал сам наш Господь Ишуа Мессия, Ишуа Мессия э, обращаясь к своему народу, что не увидите меня, доколе не скажете Бару Хаба Бешем Адунай, благословен грядущего имя Господне. И вместе с этим произойдет воскресение из мертвых и искупление тел всех верующих. Поэтому искупление у верующих народов зависит от спасения израильского народа. Римляна 8 глава, я хотел бы зачитать, с 19 стиха. Тут говорится, ибо творение с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорило суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, чтобы и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славу детей Божьих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления тела нашего. Амин. То есть рождение свыше израильского народа, освобождение земли и искупление наших тел — это всеобщая надежда, события которых произойдет одно за другим в процессе вот этих родовых схваток нашей земли. А откровение сынов Божьих, как мы прочитали, которое есть наше с вами искупление тел, то есть когда тленное будет обращено в нетленное и смертное поглощено в бессмертное. Об этом говорится 1 Коринфянам 15 глава. Или же для оставшихся в живых это будет являться вознесением. Оно произойдет только после родовых вот этих схваток или великой скорби, а не до. Вознесение до великой скорби, друзья, это то же самое, что появление на свет ребенка без родов или без схваток. То есть, возможно ли вообще такое в природе? Кроме того, мы читаем в 1 Фессалоникийцам, 4 глава, там написано, что мы, оставшиеся из живых, не предупредим умерших в Ишуа. То есть мы не застанем их до того, как они воскреснут и спустятся вместе с Иешуа править на этой земле. Кремлина 8 глава мы прочитали, что искупление наших тел связано тесно с искуплением всей земли. Так как мы с вами все сотворены из земли, то мы и являемся ее неотъемленной частью. В нашем тексте мы зачитали, что Бог отягчил сердце фараона, и, казалось бы, после всех тяжелых происшествий он уже давно фараон, это должен был покаяться, но чем дальше мы видим, тем грубее становится его сердце. Друзья, мы должны с вами научиться различать времена и сроки. Я слышу, как многие еще ожидают э, огромных пробуждений в своих странах, но нужно понимать, что с началом родовых схваток земли и судов Божьих над системой этого мира люди еще больше отягчат свои сердца и не покаются в своих грехах. Об этом нам говорит книга Откровения. Теперь в заключение я хотел бы конкретнее указать на родовые схватки. По большому счету, их можно разбить на две стадии: тренировочные, которые обычно начинаются за неделю и уже именно так называемые родовые. Схватки, когда есть раскрытие, которое обычно длится до суток, до одних суток, до э, перед проявлением или рождением самого ребенка. Я думаю, мы с вами входим в стадию именно тренировочных схваток, то есть есть еще вот этот отрезок, вот это время до родовых схваток, так как для родовых не хватает несколько событий, но они уже не за горами. Почему вообще я считаю, что мы вошли в тренировочные схватки? Потому что на сегодняшний момент это беспрецедентный случай, когда вся Земля, практически богатые и бедные страны, существуют на одинаковых условиях. То есть вся Земля начинает совокупно переживать те же самые события, а не где-то в отдельных местах. Скажу два важных... Знамения, вот уже к родовым схваткам, к самому концу, э, которые мы ознам, ознаменуем, э, как последняя седьмина, или последние семь лет, отведенные э, для спасения израильского народа. Также известные, как последние семь лет на этой земле книга Даниила, 9 глава и 12 главы из которых три с половиной лет мы знаем связано с великой скорбью. Итак, первое знамение – это построение храма, третьего храма в Иерусалиме, без которого эта седьмина не начнется и через которую совершится окончательная алия всех евреев, находящихся в разных местах. Потому что, например, евреи, скажем, вот в Иране, до сих пор не признают это государство как, э, ну, скажем, существующее по Писанию, потому что нет центра вот этого поклонения Богу, то есть храма и, соответственно, Мессии. И в других странах то же самое, да, то есть ожидают, когда будет построен этот храм, и тогда для всех евреев это будет явный знак того, что нужно вернуться на свою Родину. Второе. Это откровение сына погибели. Это очень важное э, знамение в наше время, когда антихрист должен открыться, и без которого также эта седьмина не будет заключена с еврейским народом. Поэтому эти два пункта или два знамения, как хотите, они э, вместе связаны, и он установит систему, без которой нельзя будет всем не покупать и не продавать. Я верю, что это время уже очень близко, так как нас уже трени тренируют вот в этих условиях стесненных. И давайте будем бодрствовать, как никогда ранее, и помнить, что родовые боли имеют цель. И это новая жизнь в Мессии, которую мы ожидаем усыновление и искупление наших тел. И есть наша надежда, которая поможет нам с вами пройти через это тяжелое время. Пусть Бог всех благословит, даст много благодати и много сил выдержать, пройти все и дойти до конца. Во имя Ишуа. Аминь.